Доброе утро. Спасибо, что смотрите. Давайте открывать следующую ячейку адвент-календаря от Look Fantastic. И посмотрим, что же там. Если нравятся такие видео, поставьте большой палец. Расскажите друзьям, знакомым в социальных сетях. Буду очень рада. И давайте смотреть. 16. Где же он у нас? А, он у нас на другой половинке календаря. Вот он, маленький такой. Давайте открывать. Pure Minerals. Достала вот с помощью палочки для ногтей. Так, это у нас Pure Minerals Impact Plus тушь, сделана в Атланте, в США. Интересно, никогда не откажусь попробовать новую тушь. Большинство у меня оказываются к концу дня, то есть не выдерживают 10-часовой носки, оказываются вот смазанными. Неважно, водостойкие, либо смываемые этими чулочками, такими, знаете, теплой водой. Кстати, туши, которые смывают теплой водой, вообще не люблю, потому что вот эти вот чулочки, они почему-то потом оказываются у меня все-таки где-то в глазу, раздражают. Какие-то туши раздражают глаза, очень тяжелые становятся ресницы, я их просто не могу носить. Так что это вроде минеральная тушь, почитаю про нее. Но сейчас только лишь вот следующие минуты покажу вам ее в макияже. Pure Minerals Impact Plus Mascara. Все ссылочки я оставлю внизу. Щеточка у нее выглядит вот так вот. Ничего особенного. Обычная такая классическая щеточка, не очень большая. Вот, так что сейчас я завью ресницы и пробую их накрасить. Посмотрим, как это будет. Такой эффект довольно натуральный. Ресницы разделенные. Разделенные и довольно-таки удлиненные. Пробую нанести второй слой и посмотрю, как сегодня будет относиться. Смазываться, не смазываться. И потом расскажу вам. Так вот выглядят мои глаза с этой тушью после почти 12 часов носки. Я немножко вытирала пространство под глазами. Снег, он просто очень влажный. Снег не сильный, то есть не так, что вот на ресницах осталось. Просто достаточно высокая влажность у нас. А вот, так что не идеал. Но глаза, кстати, не уставали с ней, и ресницы не такие уж и жесткие. И, пожалуй, я бы сказала, что они неплохо сохранили изгиб за день и длину. Вот.
Так вот. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что смотрели. Увидимся.